Прокликаю, ребята, дал информацию. ПКБ, ну ладно, ПКБ. Неплохая фистура. А слэм в троих прыгивает. Тотем туда же. Каски летают. Есть Маледикт. Но Град опять же знает, что там БКБ Рэвидж не дает. Ждет до последнего. Пытается Кумана зафокусить. Куман уходит. Но под фокусом от Рамзеса и Соло. Баш идет дальше за Дроу Рейнджер. Вот он Рэвидж. Теперь Куман разворачивается с дабл дэмэджем. Наносить урон. Его фокус просто все ему не дают развернуться. Это отличная фистура. И работают. Работают по топ-ласке. Она погибает. У нее нет байбека. Байбек Рубик потратил. Ничто в таверне. Никого не потеряли. Ребята из Virtus.pro. Рамзес трипл килл. Дальше Паша прыгает на Дроу Рейнджер. И она тоже не может развернуться. Есть пика. Пытается сделать ТП. Так, а вот соло так не отпрыгнет. Но есть ультимейт. Соло ультимейт. Это тебе не Vengeful Spirit, который сразу моментально умрет. Так они здесь драться хотят. Команда рядом. Соло должен умирать. Соло убили. Десбард ставится. Плазмафилд и Шивас Гард от Нована. Работает. Пытается Хантеру просто форстапнули. На самом деле Нован теперь пытается убить Кумана. Куман сам под БКБ. Ставит трэп под собой. Его фокусит опять-таки два героя. У него просто сидят на шее сейчас. И Ревич. Вот он. Идеальный тайминг. Расстреливает Сален. Тот там с бабочкой. Слишком много урона. Посмотрите, какая хорошая работа по тролль-тролль без байбека. Чем только дальше не стреляет. Просто нужно стрелять. А, ну, по дизайну. Хелберт. Вот сейчас Хелберт спадает. Выбивают соло. Теперь нужно позицию занять в лесу. Отлично. Катит соперника. Надо возвращаться. Куман принимает на себя внимание. Есть рефракшный пика. Тоже готов. Пик в этот раз помогает. Плазмафилдом не касаются двух кор-героев команды Винстрайк. Но там была фистура. Шейкер теперь танчит. Спину ловит здесь Роджера. И не спасает что-то. Третью линию будет драка. Может быть, последняя драка для команды Винстрайк. Рамзес просто вперед. Впитывает Атос. Фистура ворованная. Так, Паша пошел. И Лил тоже форстав получает и отходит. Ну, пик у него заиспользовал, наверное, Дроу Рейнджер, я думаю. Тир 3 падает. Газ по Паше. Паша из грифса скидывает себя эффект саленса и просто упрыгивает на лоу граунд. Танкует Рейзер. Вот она фистура еще одна. No One БКП. Успевает нажать, но Рэвидж он когда-то прыгнул, но никто его не поддержит, никто не бьет. Там и Хелберт. Отличная БКП, конечно, от Дроу Рейнджера. Хеслэм не впитал в себя, но бить тоже не может. Опять-таки Хелберт. Просто Хелберт. Так он мешает драться. Так он мешает нанести урон. По Рамзесу могут сейчас убить, но у него Егис. Никого не потеряли, пока ребята из Virtus.pro будут полным составом, а Винстрайки втроем остаются. Двойной дизарм. Сначала тебя просто Хелберт бросает, а потом еще в тебя влетает как раз-таки флешбакл, который тоже там дизарм может выдать тебе.